План внешнего управления утвержден и собранием кредиторов. Теперь необходимо приступить к реализации мероприятий, которые должны удовлетворить требования граждан. Главное из которых – это завершение строительства проблемного дома и подключение его к сетям. Необходимо достроить 25 домов. На сегодня ЖК состоит из 12 объектов. Для реализации так называемого плана оздоровления требуется 1 миллиард 400 миллионов рублей. Новыми должны быть и проекты, экспертиза и разрешение на строительство. Корректировка проекта необходима из-за массы перепланировок. Обсудили участники совещания и в целом вопрос пресечения самовольного строительства на курорте. Мы за полгода совместными усилиями ввели в эксплуатацию 8 проблемных домов по 214 федеральному закону. Плюс 2 объекта по жилищно-строительной кооперативе. И 4 объекта мы еще готовимся до конца года. Объектов будет. Это по 214. На сегодняшний день ведется активная работа по подключению еще 29 домов к инженерной инфраструктуре. То есть те дома, которые уже признаны право собственности, в которых проживают люди, по 29 объектам мы совместно с администрацией города, с ресурсниками ведем работу к подключению указанных домов. Как Анатолий Николаевич сказал, что мы сейчас обсудим проблему вопроса взаимодействия между администрацией города, муниципальным земельным контролем и госстройнадзором, что у нас работа не останавливалась, мы продолжали вести работу по пресечению самовольного строительства. Чтобы ускорить решение проблемы, глава города принял решение усилить мониторинг в городе. О проведении каждой инспекции будет проинформирован и прокурор Сочи.